Дорогие белорусы, сегодня, в день Великой Победы, мы празднуем День Государственного Герба Республики Беларусь и Государственного Флага нашей страны. Такое совпадение важнейших в истории белорусской государственности праздников в год народного единства – знак незыблемости национальных традиций и духовных ценностей. Мы знаем, что наш герб, флаг, гимн и Великая Победа – это неразрывно связанные между собой символы величия и независимости белорусского народа. В них воплощены судьбоносные достижения белорусов, духовные и нравственные черты нации, особенности нашей культуры и мировоззрения. Они отражают национальную идею, стремление народа к независимой, мирной и сознательной жизни. И на этом историческом пути белорусы ни разу не отступились от своих традиций, ценностей и принципов. С нашими символами мы стали республикой, основателем Союза Советских Социалистических Республик. Вместе с братскими народами победили и низвергли нацизм. Вошли в историю как учредители Организации Объединенных Наций с этими символами. В трудные 90-е сумели сплотиться и выжить как суверенная и независимая страна. Несмотря на экономический кризис, мы сохранили промышленность и сельское хозяйство. Мы вышли в космос. Мы развиваем самые передовые технологии, в том числе IT-индустрию, атомную энергетику. И сделали это в условиях беспрецедентных вызовов нашей государственности, экономических санкций и политических ультиматумов. Сейчас, пройдя через очередные испытания, выстояв, мы, современные белорусы, наполнили эти символы новым содержанием. Взглянув в лицо опасности, потери государства, патриоты Беларуси сегодня гордо и крепко держат в своих руках флаг, наследник знамени победы. А тем, кто посягает на святое, этот флаг и память о Великой Победе, скажу одно – посмотрите в глаза еще оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны. Почувствуйте всем своим существом, всех тех, кто смотрит на нас оттуда, на тех, завоевавших победу и ушедших от нас много десятилетий тому назад. Они помнят борьбитов за народную свободу, с БЧБ-повязками на рукавах, которые мало чем отличались от фашистских карателей, а порой превосходили их по жестокости. Они знают цену этой народной свободы, окруженной колючей проволокой гетто и концлагерей. И мы, белорусы, никогда не примем цвет предательства своей родины, цвет пособничества убийцам и палачам белорусского народа. Именно народ определил, какими у нас будут наши главные символы. Дорогие ветераны, вас осталось мало, но низкий поклон всем вам оставшимся. Мы сегодня преклоняем головы перед теми, кто ушел, кто подарил нам страну и эту жизнь. Знайте, что за память о вашем героизме и подвиге мы будем бороться.
И мы победим, потому что с нами правда, потому что мы наследники победителей, и мы вместе.